Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Dig Race. Для этого переходим на мой личный сайт, ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете с него выходить. А далее, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. А дальше в поиске пишем Dig Race. Нажимаем поиск. И сегодня в ролике буду показывать первый по счету скрипт. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в игру, открываем чит, заходим в настройки и ставим DLL от CoreNL. Ну, либо же как хотите. Просто с другими DLL я не проверял, как этот скрипт работает или нет, но я знаю то, что на CoreNL он работает. Дальше, что нам нужно сделать? Нажать на кнопочку Inject. Тут у нас какое-то пояснение вылезло, ну типа предупреждение, то что там обновление выходит каждую среду, тут ничего страшного. Так, и как видите, инжект не прошел, значит нажимаем еще раз, и на второй раз всегда получается заинжектиться. Вот как видите, у меня получилось, отлично. Ключ я уже получался, у меня больше он сегодня не просит. Дальше вставляем скрипт, нажимаем кнопочку Xcode, и вот появляется сам скрипт. Функций здесь, в принципе, немного. Но давайте начнем с самой первой функции. Это автооткрытие яйца. Значит, здесь выбираем яйцо. Получается, это какое у нас? Скорее всего, самое первое. Называется клик 1. Все, его выбрали. И включаем функцию автобайэг. Да, и как видите, эта функция работает. Отлично. И причем открывает яйцо просто за 1 миллисекунду. Дальше заходим питомцев, одеваем самых лучших, но можно это сделать также через скрипт. Как видите, это тоже работает, но из-за этого у вас может лагать игра, так что лучше это делать через саму игру. Так, дальше в Music у нас тут скорость получается и бесконечный прыжок. Ну, в принципе, самые стандартные функции. Идем дальше. Автоклик. Это, короче, функция спавнит автоматически бомбы. И как видите, вот у меня есть две бомбы, и оно сразу две бомбы, получается, двух видов спавнит. То есть в два раза больше бомб, получается, спавнится. И они также работают. Сейчас вот земля бахнется. Да, вот как видите. Они прорывают тоннель. Ну, короче, эта функция тоже работает. Дальше. Функция автореберст. К сожалению, я сейчас вам показать не смогу, потому что нужно 10 тысяч для реберста. Но у меня столько нет, как видите. И последняя функция — это TP to finish. То есть мы нажимаем, тпхаемся на финиш, сразу здесь оказываемся, и плюсом нам еще дают за это 100 побед. Ну и в принципе все. Дальше наверх, кстати, я не знаю, как тпхнуться, можно или нет. Скорее всего, наверное, нельзя. Вот здесь написано время, через сколько типа новая игра начнется, и скорее всего после этого у вас только тпхнет. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Лизбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.